Предоставленные вместо аварийного жилья новые квартиры нельзя выкупить и приватизировать. Руководители соответствующих сфер дали пояснение по данному вопросу. В Кызылорде жильцы 33 аварийных многоэтажных домов переехали в новые квартиры. В общей сложности 671 семья справила новоселье. Все квартиры предоставлены из фонда коммунального жилья согласно закону без права выкупа и приватизации. Дают как навечно, наследство можно передавать, но без права выкупа. Эти дома остаются в коммунальной собственности. В случае переезда или, к примеру, строительства владельцам квартиры, жилье подлежит сдаче государству. На пресс-конференции была затронута и проблема с лифтами в многоэтажном жилье. Вести уход за лифтами и содержать их обязаны владельцы собственности на свои средства. В больнице, к примеру, за лифты отвечает управление здравоохранения. В домах жильцы должны собрать деньги и подать заявку специалистам на ремонт.